Рудик, дружище прийшов твій. А ти тут чухмарися. Марсик. Марсик. Опа, опа. Реслінг. Рудик і Марсик. Прийшов з вулиці тільки що. І наводить порядок. А Марсику это все равно, ему хочется играться. Марсик, не мешай Рудику. В общем, коты... Вот так, во. Помирились. Так, надо это чудо разводить по сторонам. Ты, забияка. На, на, на. Главное, кухня не выпускает. Рудик так точно. Ой, друзья мои коты, сейчас пойдем гулять. Друзья, всем привет еще раз. На улице Ляпота. 11 градусов тепла. Какой же он вкусный. Сладкий. И главное, что он такой холодный. Само то, что надо. Рудик наигрался сереньким и на гулянку пошел. Пуня в доме. Сэма еще не видел, но Сэм где-то на улице. Да? Рудик, как тебе новый друг? Нормально. Даже хорошо. Давай рожу почухаю. Да. Год назад. Чуть больше года назад Рудик такой самый был. Малец. Люся. Седовласая. Они же беленькие. Седые шерстинки повыскакивали. Не помню сколько ей. Ну, не знаю, лет 7-8, наверное. Примерно, я не знаю, не забыл. Ну, где-то в видео есть. Как она... Думали сначала, это мальчик. Я принес мышу. Или кто-то из котов принес мышу. У нас все время там не один кот, а несколько. И вот она ее начала с таким остервенением... Так, рычит, когтями обхватила. Мы сначала назвали Лютик. Лютый, Лютик. А затем, когда узнали, что это кошка, она стала Люсей. Вот такая история кошки Люси. Пошли, Люся, будешь тереться об собакина. Да, ровно 17 лет назад, в этот день, родился мой ребятенок. У Никиты сегодня день рождения. 17 лет пацану уже, елки-палки, уже выше меня. У меня 1,70 м, но у него уже за 1,70 м. Купили ему телефон, мобильный телефон с хорошей камерой. Сейчас Redmi 14S. Он как бы в таком среднем ценовом сегменте, но ему нужна была камера. А там, если я правильно понял, есть цифровая стабилизация видео. Не такая, конечно, как на моей камере. Ну, более-менее можно пользоваться. Он еще об этом не знает. Я немного так пошучу. У меня есть блочок зарядки с возможностью быстро, как он называется, 18-ваттный, в общем. Быстро заряжает. Я ему скажу, сынуля, вчера ему звоню, говорю, тебе не надо блок быстрой зарядки? Он, о, надо. Я ему подарю блок питания. Ну, скажу, елки-палки, забыл. К блоку питания еще по акции телефоны раздавали. Ну, я думаю, на пару минут у него будет замешательство. Хотя он такой. У него такое хорошее чувство юмора. Критическое мышление присутствует. Благодаря папе. Ух ты, лягуха, так интересно поплыла по дну. Вот сколько рыбов. Да, Люся?
ныряй, там не глубоко. Ляпота. Маленькое, красивое, рукотворное озеро. Оно когда-то было в составе общей. А затем Николай Андреевич, которого знаменит, сделал вот такую небольшую заводь. Ух, как красиво. Как в каких-то фантастических фильмах. Утки анекдот рассказали, наверное, слышали? Так. Сейчас где-то 7:30, 7:30. С выходом видео там где-то час оно будет монтироваться. Где-то, наверное, 8:30 выйдет. Красиво. Так, а кто это мне тут мордой в свой карман лезет, а? Ты. Держи, лебедя. Нету. Будет собакин есть хлеб. Ветеротик. Ой, присутствует небольшой ветер. Ну, как я говорил, плюс 11. Такая настоящая осенняя погода установилась. Да, если бы не было волны, сейчас вы представляете, какая такая была бы красота отражения неба, имею в виду в воде. Супер. Сейчас мама Никиты пойдет готовить салатики там всякие, сейчас тут бабушка подтянется. Так, часиков 11. Посидим немножко, отметим этот праздник. Да, собакин? Где ты уже успел в багнюку залезть, а? Лапа грязная, уже где-то в грязь встрял. Где это тебя угораздило? Вот смотрит. Тоже начинаешь. Да текай, дай сюда. Ты что, до сих пор линяешь, что ли? Уже пора обрастать на зиму, ты линяешь до сих пор. Где твоя подруга? А ну, идем посмотрим, где твоя Люся. Люся на месте сидит в надежде рыбки отведать. Пошли, Люся. Пошли. Пойдем, друзья, сейчас попьем чайку. Кстати, хорошо, что сказали по поводу давления, которое поднимает крепкий чай. Я думаю, что меня так вчера штормило. Поэтому сейчас сделаем немного. А, у меня же закарпатский есть, елки-палки. Точно. Сейчас закарпатского чая себе заварю. У меня их там 5 видов. Пуня же тоже вышел на прогулку. Он уже закончил маленький есть клуб. 4 лапы. Уня. Эй. Котяра на диване все время спит. Вот. И попьем закарпатского чая. Ух, свежо, как хорошо. Так, друзья, спасибо огромное за поздравления, за пожелания. Моя кисюня. Всем, друзья, хорошего, тихого, мирного дня. Всем удачи, здоровья, добра. Несмотря ни на что, остаемся на связи. Всем-всем пока.